Нижегородские железнодорожники сегодня продемонстрировали, как они будут бороться со снежными заносами. На вооружение к ним поступили новейшие снегоочистительные составы. Здесь установлены, значит, видеокамеры, при загрузке, значит, снега в различных местах. Когда идет забор снега, мы видим накопление снега. По мере его накопления мы продвигаем дальше, значит, вагон. Вот он пошел, выгружается. И в следующий снег, значит, в другой вагон. То есть происходит движение снега в первом-втором вагоне. Мы накапливаем. Здесь дальше установлен рыхлитель. Вот здесь камера стоит. И дальше выгрузка идет, значит, в образной транспортер, и снег уже выкидывается на улицу. С машиниста облегчать, не надо высовывать голову в окна, как обычно это бывало раньше дело, потому что люди простужали свои шеи и все на свете. Здесь удобно. Раньше когда-то на старых машинах нам приходилось поднимать питатель, чтобы не оставлять за собой вал. А сейчас мы этого не делаем, то есть мы прометаем стрелки, тут же их выдуваем, получается очень чисто. Раньше на дороге таких не было. Раньше использовали снегоочистительные машины, которые собирали крыльями снег. Сейчас происходит обдувка путей и выброс снега. Это более эффективно и меньше затрат. Последние два дня нам показали, в частности, 5 и 6 число, был обильный снегопад. За данные дни убрали около 350 вагонов, что составляет около 40 тысяч кубометров снега.